Привет, друзья! Мы находимся в камбоджийском городке Кампот. Но сейчас мы в такой экологической зоне, что вы даже не подумайте, что это город, да, это какая-то деревенька или речка, или озерцо. Нет, это речка. И приехали мы сюда не зря. В Кампоте на самом деле не очень много развлечений, чем себя занять, за исключением там горы, водопадов, ну и просто прогулок по набережной. И то, что нам понравилось, за что мы готовы заплатить деньги, это каякинг. Мы арендуем сейчас каяк двухместный за $5 и сделаем кружочек такой по, я не знаю, мимо пальм, мимо зарослей. И посмотрим вообще, какие тут виды. Такой у нас будет кружочек по воде. А здесь такая зона отдыха, можно снять жилье, можно заказать себе кофеёк за $1, можно поваляться на гамачке, порелаксировать, что делают, в принципе, все остальные. Так что в Кампоте есть места такие тусовочные, насколько мы это поняли, что можно и поплясать, там и выпить, и кое-что еще поделать. И такие спокойные, отдаленные, умиротворенные местечки. Так что смотрите нас сейчас и наслаждайтесь видами вместе с нами. Мы отправляемся в путешествие на каяках. Я подведу итоги и наши впечатления. Час пролетел на самом деле незаметно, как будто минут 20. Временами я уставала, Илья позволял мне отдыхать. Виды не то чтобы прям поражают, но они такие, знаете, романтические. Бывают узкие места, бывают широкие места. На пути, наверное, мы могли видеть, там есть гестхаусы, живут обычные люди, стоят лодочки. Так что, в принципе, за $5 развлечение, такое для души, немножко для спорта, соответствующе. Не берите с собой, пожалуйста, ценных вещей. Если берете, кладите
водонепроницаемые пакеты соответствующие. У меня шорты все сзади сырые, как у Ильи, так что одевайте купальные шорты и обязательно желательно шапочку. У нас просто нет шапочки. И мажьте лицо, чтобы удовольствие ничем не было испорчено. Мы, в принципе, вам советуем покататься на каяках. Так что вот так. Это Камбоджа. Здесь есть чем заняться, если у вас есть деньги.